The pieces I do for myself are then, and I think you will find my real work far less, how did you put it, cold and lacking. Всем привет! Я хотела с вами поболтать, но тут такая ситуация, да ты можешь нажаться. Я неправильно рассчитала время, которое мне нужно на то, чтобы подготовиться в универ. Я забыла, что мне еще нужно немножечко поработать, и на это тоже нужно время. Поэтому я сейчас пытаюсь сделать миллиард дел одновременно. Вот я завтракаю, снимаю влог, работаю. Надеюсь, я сейчас ничего не напутаю из-за этого. Хотела с вами, да, поговорить и сказать, что с моей камерой, собственно говоря, потому что, как вы могли заметить, я снимаю на телефон. Но я так думаю, что это будет уже после универа. Или по пути в универ, там сегодня такая отвратительная, я и даже не смотрю на вас, извините. В принципе, настроение у меня хорошее, хочу поделиться им с вами. Не хочу идти в универ, но надо. Ну что, я вполне еще даже успеваю, если ничего форс-мажорного не произойдет, то я приеду вовремя. Навела тут чуть-чуть суеты, я брызнула себе в рот. Быстро собиралась, и теперь тут бардак. Вот, извещение для почты. Я тут там еще не буду. Может быть, я после универа скажу. Замечательно выгляжу. Надеюсь, на улице мне не будет холодно, а в универе мне не будет слишком жарко. Это вечная проблема. На улице метет. Вместис. Да, давай, пари мне в камеру. Так, блин. Судя по всему, мести будет весь день вот так вот. Мне это не нравится. Все, я больше ничего не буду. К моему великому счастью, я освободилась пораньше. Сейчас я съезжу на почту и пойду домой. Больше никуда не буду сегодня ссылаться, потому что на улице очень холодно и очень сильный ветер. Неприятненько. Хотела показать вам интересную вещь. Вот здесь стояла машина. Я, кстати, стала прям к ней очень вплотную. Мне было тяжело даже выйти из машины. Но неважно. Я очень рада, что эта машина уехала, потому что мне будет легче выезжать. Но the thing is... Дело в том, что здесь вот теперь на месте машины стоит стул. Сломанный. Это как бы значит, что место занято или что? И откуда у этого человека был стул? Это очень забавно. Посмотрите, какой у меня томатный носик. Я вроде как бы ношу перчатки, но что-то они... Я вам обещала рассказать про свою камеру. Что с ней, где она, почему и все такое. Она в ремонте, в том же самом, куда я дала ее, когда мы снимали с вами прошлый влог. Там она будет находиться еще около месяца, может быть, недели три. Я надеюсь, что не больше, что если как бы все пойдет по плану, то будет так. Ее будут ремонтировать заново, получается, потому что, как мне сказали в этом центре, то, как ее ремонтировали до этого, это неправильно, и так камеры, ну, то есть, вот эта проблема. Так не решают. Не знаю, может быть, это тоже неправда, может быть, с меня просто пытаются вытянуть деньги. По крайней мере, мастер, с которым я общалась, мне понравился больше, чем люди в прошлом центре, и хочется верить, что все в итоге закончится хорошо. Мне нужно ждать очень-очень долго, пока мне починят камеру, мне там будут заменять объектив, будут заменять кучу всего. Стоит это, конечно, немало, с учетом того, что до этого я уже платила за ремонт. Это, конечно, я даже не хочу об этом думать, но я не могу об этом не думать. Я даже решила открыть запись на свой курс английского пораньше. Вот сегодня я открываю запись на новый поток. И получается, за те денежки, которые будут выручены с этого курса, я буду оплачивать ремонт своей камеры. Если вдруг вы давно хотели записаться на мой курс, но все думали, а стоит ли, а может быть потом, откладывали на потом, или вы хотели очень долго уже укрепить свой английский, но также откладывали это все на потом, сейчас очень хороший момент, чтобы записаться на мой курс. То есть я представляю этот курс английского, он длится месяц. Мы регулярно, через день занимаемся английским языком, изучаем все базовые темы. Времена, предлоги, пассивный залог, артикли и все вот это вот, что часто в школах преподают каким-то странным способом или вообще не преподают. Еще подробнее про курс можно узнать в моем инстаграм или вконтакте. Просто напишите мне, я вам все подробно расскажу, буду рада позаниматься с вами английским языком. Мне до сих пор очень холодно. С
срочно греться. Ну вот, я пожгла себе просто все. Интересно, узнаете ли вы вот эту штуку? Я в ней появлялась несколько раз в видео, и летом, и весной, возможно, даже осенью, но только она всегда была где-то вот посюда. И я просто отрезала часть этой штуки. Ну, как бы видно по ней, да, что я не то чтобы очень сильно старалась, потому что даже если бы я старалась, можно подумать, это бы к чему-то хорошему привело. Благодаря тому, что я сегодня раньше освободилась от универа, у меня получился достаточно свободный день. И вот вечером я уже могу сидеть, раскрашивать свою картину. Вот так она сейчас выглядит. Оказалось, что это достаточно долгий процесс. То есть я не знаю уже, сколько времени я потратила на эту картину. Не то, что потратила, провела в процессе раскрашивания. И я даже третью часть не раскрасила еще. Смотрю сериальчик, который, наверное, все уже посмотрели. Как обычно, пью водичку, рисую. Зашибись. Хороший вечерок. Розочки уже умирают понемножечку. Надо заменить воду. Это The Mini Fiesta у меня здесь. Впервые за долгое время я снимаю влог больше 2 дней. Мне бы надо сегодня сделать упражнение, но перед этим надо подождать, потому что я только-только пообедала. Пока займусь испанским. А где моя тетрадь по испанскому, собственно говоря? Потом у меня еще некоторые дела на сегодня запланированы. Хотелось бы, чтобы все это получилось. Очень люблю показывать палец вверх. Видимо, правда, вот я на подсознании подсказываю, что вам нужно делать. Сейчас уже 7:30 вечера. Я вот вернулась домой, ездила по своим суперважным делам. И даже ничего не засняла, потому что у меня разрядился телефон. Это была вот одна из проблем, с которой я столкнулась. Знаете, я обожаю водить машину. Я очень счастлива, что я отучилась на права. Это прям очень круто. Но грёбаный снег, который попадает под колеса, грёбаные сугробы, в которые попадает машина. Это не самая лучшая часть вождения. Особенно, когда ты въезжаешь на прилегающую территорию какую-нибудь, едешь по сугробам, машину трясёт в разные стороны, а по бокам у тебя еще машины. Ты просто едешь, трясешься и думаешь, чем же закончится это приключение. Главное, что я дома. Никого не потрогала своей машины, меня тоже никто не потрогал своей машины. Мне сейчас уже через час будет испанский, нужно срочно поесть, потому что я очень голодная. Знаете что, я вам хочу задать вопрос, ответьте, пожалуйста, на него в комментариях. Если бы у вас сейчас была возможность уехать куда угодно, вот куда угодно, куда бы вы поехали? Я бы поехала вот из куда угодно, я бы выбрала просто самое банальное для себя, наверное. Но, да, я бы поехала в Валенсию. Сейчас я вместо того, чтобы идти на пару английского, буду заниматься английским на ИТОКе, и потом уже пойду на остальные пары. Прогуливаю английский, чтобы позаниматься английским. Все, что нужно знать о моей учебе в универе. Казалось бы, у меня в универе есть английский, можно изучать его в универе и не пытаться найти миллиард способов попрактиковать его вне универа, но мы-то с вами знаем, что обычно из себя представляет английский в универе, в школе. А, к сожалению, мне вот не очень повезло. До класса еще 20 минут, как раз пока попроверяю домашки. Покажу вам, как у меня тут красиво. Смотрите, красиво сижу. Розочки я их обрезала. Они уже, конечно, сухие, но ничего. Actually, it wasn't a surprise for me because I've heard that. Yeah, I don't know either. My mother, for example. Очень люблю моменты, когда мой мозг генерирует примерно миллиард причин, почему мне не нужно радовать себя, почему мне не нужно позволять себе какие-то маленькие радости. Я думаю, меня многие поймут. На примере кофе, например.
Но это же не обязательно. Тебе же не обязательно пить кофе. Ты же можешь и без этого обойтись. И деньги эти ты можешь потратить на что-нибудь другое, более важное. Моя маленькая радость. Благодаря карте гостя мне вот этот кофе стоил 70 рублей. А настроение он мне поднял прям конкретно. Я думаю, что он этого стоит. Но, к сожалению, я об этом забываю. Посмотрите, какая красивая улица. Ну красиво же, ну красиво. Ух ты, какая красотища. Я уже вернулась домой. И сегодня что-то я так много всего запланировала. Самое главное, надо сделать уборку, потому что то, в каком состоянии сейчас тут все находится, меня вообще не устраивает. Еще мне нужно проверить домашки, смонтировать этот влог. И нужно решить проблему с Ютубом, потому что, не знаю, такое чувство, что все просто идет не так. Против того, чтобы я снимала видео, то у меня камера ломается, теперь у меня Ютуб сломался. Блин, не знаю, надеюсь, получится решить эту проблему. Я думала, что сейчас где-то 2 часа дня. Посмотрела на часы, оказалось уже без 25. Видимо, некоторые планы придется отложить на завтра. Думаю, что уборку я сделаю только частично, хотя бы просто разложу все по местам и завтра уже продолжу. Потому что вечером я хочу пойти погулять, я хочу развеяться. Вообще у меня ощущение, что сегодня пятница, но сегодня четверг. По моему календарю, который у меня в башке, сейчас пятница, 2 часа дня. Я хотела заснять чашечку, а тут так темно. Ну блин. Влог на телефон. Ой, ну хороший ракурс, скажу так. Ничего не слышать. Получите свои мечты. Вот продолжу фразу. Если бы ты заранее сказала, я бы что-нибудь придумал. Ты дурачок. Она всегда одна и та же. Почему все мои друзья забывают, что я говорю в каждом видео? Я думаю, случайно, что там, чтобы придумать что-то. Ну, придумай креативное. Что-нибудь креативное. А это надо придумать. А давай, на французском что-нибудь. Шахше. Шахше. Шахше, вот их шанс. Кэтэн, а я сум бэн дия. Ой, я... Какие-то странные буквы говорит. До новых встреч!